Когда я создавала одежду для девочек из кадетского корпуса, и это был вызов для меня в качестве дизайнера, потому что это первый раз, когда я была поставлена в рамки, и мне нужно было, плечи должны были закрыты быть, юбка должна быть определенной длины, и были какие-то некоторые ограничения в плане творчества. Мне было очень интересно того, как начинать. Я изучила разные униформы, в чем, чего надевают люди в школу в разных странах во всем мире. И я хотела, чтобы девочки были стильными и в то же время женственными, чтобы это были не костюмы, рубашка и пиджак, а у нас, наоборот, у нас бордовые юбки, и вместо галстука у нас бант. Вы здесь, в этом уникальном нашем образовательном учреждении, и мы вам столько много приводим гостей, которые рассказывают о своем жизненном пути, потому что хотим, чтобы ваша жизненная дорога сложилась так же талантливо, так же успешно, как и у Киры. Для меня, на самом деле, большая честь участвовать в этом проекте, и я хотела поблагодарить вас всех за присутствие. И надеюсь, вам понравились те наряды, которые я вам сделала, и вам понравятся те бальные платья, которые я тоже сделала, которые вы наденете. Сначала я вам, наверное, немножко расскажу о себе. Сейчас мне 16 лет, и я учусь в 11 классе. Когда мне исполнилось 14 лет, я стала дизайнером марки своего гостинина. Сейчас у нас около 70 магазинов в России, Украине и Казахстане. А в этом году мы открыли 15 магазинов в США. Я всегда любила рисовать, сколько себя помню. То есть, когда я была маленькой, я рисовала одежду для кукол, придумывала представительные наряды, надевала свои барби. Потом, когда я выросла, я уже стала думать одежду для себя, что бы я сама хотела бы надеть на вечеринку или вместе со своими друзьями в кино. Постоянно держала свою собаку. И так больше всего мне досталось, наряды. В один день у меня был очень серьезный разговор со своими родителями, и у нас родилась такая идея, то, что это должно перерасти в мою работу, и что то, что у меня будет магазин со своей одеждой. Мне это было очень интересно, потому что я не только люблю придумывать одежду, но для меня мой магазин — это как мой маленький ребенок. Я люблю придумывать витрины, музыку, которая будет в магазине, сам интерьер в магазине, даже как магазин будет пахнуть. Люди в меня верят, и сама тоже поверила в себя и старалась больше не думать об этом, а просто работать и совершенствоваться в том, чем я занимаюсь. Очень хотелось бы, чтобы Кира Пластинина в дальнейшем все-таки стала официальным стилистом нашей студии.